Уважаемые коллеги, я, Беляева Ольга Александровна, приглашаю вас к просмотру своей новой лекции, посвященной коллективным участникам закупок. Мы поговорим с вами о различных формах сотрудничества для участия в закупках, о видах договоров, которыми они оформляются. Естественно, поговорим и о преимуществах, и о недостатках такого коллективного участия, а также обсудим альтернативные алгоритмы заключения договоров. Смотрите на видеоконсультанта.